Матвеев был первым русским пейзажистом, получившим по выходе из Академии большую золотую медаль. Это явилось не столько признанием таланта художника, сколько свидетельством большого значения, которое придавалось ландшафтной живописи в системе искусства того времени. Классицизм XVIII века поставил пейзаж рядом с исторической живописью, царицей жанра. Следуя творческим принципам таких великих живописцев XVII века, как Клод Лорен и Никола Пуссен, классицизм нового времени создал свою концепцию героического, возвышенного, идеализированного изображения природы. Основанное на непосредственном изучении натуры как единственном источнике прекрасного, произведение пейзажной живописи долженствовало вместе с тем внушить человеку представление о величии и гармонии мира, подвинуть его на высокие чувства и дела. Такое понимание задач жанра стало определяющим в искусстве Федора Михайловича Матвеева. После 14-летнего обучения, получив высшую академическую награду, художник уезжает в Рим совершенствовать свое мастерство. Как и другие пейзажи Матвеева, вид Сицилии написан в соответствии со строгими канонами классицизма. Отдавая предпочтение рисунку и композиции, художник не придает особого значения живописи как таковой. Цвет, зависящий от неверной, непредсказуемой игры света и тени, от солнечного луча, от набежавшего облачка, был для классицизма слишком непостоянной категорией. Он понимался как постоянная окраска того или иного предмета. Живопись только означает цвет вещей, а всю существенную умных силу делает рисование, писал теоретик классицизма Уваров. Вся богатейшая природная палитра ограничивалась знаменитой академической трехцветкой. Голубой – цвет неба, коричневый – цвет земли, камней и зеленый – цвет растительности. Разумеется, Матвеев использует и оттенки этих цветов. Первый план пейзажа выдержан зеленовато-коричневой гамме. На втором плане прослеживаются розоватые оттенки, а вдали у горизонта тают лиловато-голубые горы.